Всем привет-привет! С вами канал Реальная Качалка. И сегодня очередной выпуск будет посвящен, как вы уже поняли из названия, предтренировочному комплексу. Это новиночка, которая по-любому станет хитом этого сезона. Поэтому по-любому мы его должны будем сами рассмотреть и полностью по нему, как говорится, пройтись. Итак, не буду вас томить. Это Стимул 8. От фирмы Finaflex. Вот такой вот красивой баночки. С такой вот красивой помяточкой. Вот так вот он выглядит. Ребятки. И действительно достоин уважения. Много интересных предтренировочных комплексов мы рассматривали из спортивного питания. И Стимул 8 будет занимать по-любому лидирующую позицию в этом сезоне. Этот спорткомплекс, если, например, остальные, как говорится, можно ядерные, ядреные, то этот спорткомплекс, это такой, который подойдет и парням, и девушкам. Самое главное, подобрать свою дозировочку. Это действительно бомба. Давайте, не буду вас томить, распакуем, посмотрим, а потом поговорим. Значит, так вот он выглядит. Есть разные вкусы. В данном варианте у меня такой вот. Видите, да? 40 порций. Банка по сравнению с другими достаточно такая как бы маленькая. Но тем не менее такая увесистая, скажу так сразу же. Конечно, увесистая, потому что здесь 184 грамма веса. Это гораздо больше. Ну и 40 порций, это круто на самом деле. Сразу обращаю ваше внимание, что идет помятка о том, что с дозы начинать лучше пол скупа. Начинать, потому что он действительно очень мощный. Состав данного спортивного комплекса действительно радует в том плане, что здесь нету каких-то запрещенных препаратов, все легализированное. И фирма Finaflex, я так понимаю, здесь выложила не все. Не весь состав, потому что помимо того, что здесь бета-аланин есть, там всякие там прекурсоры. Так, черный кофе, чай. Другие травы. Здесь очень много вещей, веществ. На одном из форумов даже писали о том, что здесь есть грибы и вытяжка из натуральных кактусов. Тоже, которые как бы являются капельку галлюциногенной. Но все полностью легализировано, все. То есть не запрещено абсолютно. И лично буржуи этот спорткомплекс очень-очень сильно любят. Я его ранее пробовал и скажу, например, от всех тех психотиков, даже если сравнивать Джек 3D, других препаратов на Герани, этот является, так сказать, более эйфоричный. То есть, если угадать с дозой, то получится, что как бы вас просто реально прет, вам, у вас улыбка на лице, вам хочется заниматься, поднимается очень сильно настроение. И скажу так, что в тех вариантах, в которых я принимал его, это было 2-3 раза, у меня вообще был очень сильный упадок сил, я не спал двое суток и хорошо выполнил ноги, поприседал хорошо, а во вторую тренировку делал становую тягу, спину тоже с огромными весами, была съемка еще параллельно шла, поэтому нормально отработал, еще меня держало, наверное, после тренировки. Тренировка шла часа 2, еще часов 5 меня держало, то есть вот эта штука, сразу говорю. Поэтому на ночь особо сильно им не злоупотребляйте, там имейте в виду, что очень-очень мощная штука. Пьется, как всегда, за полчаса, минут за 40 на пустой желудок желательно, как все остальные предтрены. Так, берем ножичек, погнали. Сразу же говорю, что не забываем смотреть срок годности на каждой банке, вот, должна быть. Так, срок годности. Тут такие
Голограммки. Ага. Не знаю, видно вам или нет. Я думаю, видно. Вот. Использовать до 10 месяца 17 года. То есть запас еще очень даже сильный такой. Так, погнали. Это очень важно, ребята. На срок внимательно смотрите. Ну, я думаю, со срока меня обязательно как бы тут никто не наломает, потому что я заказывал цены, я заказывал с разных мест, опять-таки, цены все промониторил. Но самая интересная цена, где я брал, ниже под этим роликом есть ссылочка, дабы не рекламировать магазин, где я брал. Чтобы вы понимали, это как бы независимый был выбор среди всех магазинов. Россия, Украина, Белоруссия, Америка, я смотрел, все, вплоть до Китая. Ну, лучше всего то, что нашел и там, где покупал. Ниже ссылочка есть, посмотрите. Там еще и будет скидочка вам, если хотите. Можете по моей ссылке заказать. Скидка будет около 10%. Я думаю, очень даже неплохо. Если таритесь на $60, еще и доставка бесплатная будет вам в любую часть мира. Так что тоже имейте в виду. Так. Только открыл верхнюю крышку, сразу пошел запах. Надеюсь, нигде тут нигде ничего не пробито. Так, смотрим. Такая, очень сильно ядреный запах. Так, давайте найдем скуп. Такой вот скуп, то есть доза наша начинается вот, с половинки. Такая вот доза. Имейте в виду. Особо не балуйтесь с дозами, дабы чтобы не было. Не знаю, вот открыла вкус такой, знаете, вот с этим я первый раз, я до этого яблоко как бы брал. Сейчас вот решил такое взять, скажу, такой вкус как бы идет шоколадный. Хотя вы видите сами, что написано. Не буду даже озвучить, сами видите. В общем, ребята, самое главное то, что с дозами сильно не шутите. Начинайте с полскупа, это мой вам совет. И поверьте мне, среди всех, кто бы вам что ни говорил, психотики, еще что-нибудь, вот этот предтрен будет в этом сезоне, по-любому будет самый-самый мощный. Может быть, даже на протяжении всего года. Потому что мощнее это я, ну, не видел я мощнее предтренов на сегодняшний день. Если вы знаете мощнее предтрены, напишите. Потому что, например, если ты хочешь реально пожать, то понятно, что там надо что-то взрывное брать. Мне нравится там больше психотик. В этом же ролике, видите, я вам рассказывал за психотик. Все. На касаемо эйфории, хорошего подъема настроения на весь день. И хорошо отработать в спортзале, именно так говорится, с хорошим пампом. Ха-ха, хи-хи. Именно с концентрацией максимальной. Вот Final Flex, фирма Stimul 8. Да еще по такой смешной цене. 40 порций. Я считаю, это вообще хорошо. То есть пробуйте. Я уверен, что он подойдет и вам, и вашей второй половинке. Данный предтрен. Скажите потом спасибо, если понравилось. Так, ребятки, это был канал Реальная Качалка, Стимул 8 и еще одно. Если с дозой сильно переборщите, во-первых, ночью мало того, что не заснете. А самое главное, тут в этом предтрене имейте в виду, что такой у вас начинается как бы озноб. Вам может быть все время просто холодно, 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 холодно. Это, чтобы вы знали, это вы переборщили с дозой стимула 8. Поэтому с дозы начинайте маленькой, потом увеличите, увеличите, увеличите. Еще одно. Если у вас есть толерантность или привыкание к каким-нибудь предтренам, это ярко было выражено на предтренах именно вот эти Jack 3D. Помните, да? Там гераневые основы, там те же самые всякие другие, там мезоморфы. То к этому привыкания практически нет. Поэтому если
хотите для себя что-то новое открыть, я вам рекомендую Стимул 8. Самый мощный претрен на сегодняшний день. Пробовали мои друзья, мои знакомые, кому не давал. Только яблоко пробовали. Действительно был классный, очень крутой. Так что Стимул 8 по праву занимает на данный момент у меня одну из первых позиций в предтренировочных комплексах с моих спортивного питания. Итак, друзья, поставим же лайк за этот видосик. Ну и подпишитесь, если еще не подписаны. Не забудьте нажать на маленький колокольчик. Не так уж часто я выпускаю видеоролики, чтобы рисковать их пропустить в твоем потоке подписок, ребятки. Пока-пока, это канал Реальная Качалка. Берегите себя и своих близких.